Здравствуйте, меня зовут Наталья Апара, в прямом эфире репортера студия. И сегодня у нас в гостях почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Работаем мы с вами в прямом эфире. Номер телефона 34-92-58. Все, у кого есть желание, присоединяйтесь и задавайте ваши вопросы Сергею Кивалову. Сергей Васильевич, в последнее время общественность очень активно обсуждает реализуемые вами социальные проекты. Скажем прямо, многим это не дает покоя. И один из таких проектов – это бесплатное тестирование одесситов на коронавирусную инфекцию, а также открытие центра по борьбе с пандемией COVID-19. Скажите, как вы считаете, кому мешают сегодня эти проекты? Я думаю, абсолютное большинство одесситов меня поддерживают вот именно в этом, потому что мы создали такой центр, два высших учебных заведений – это Национальный университет, юридическая академия и Международный гуманитарный университет. И вы наверняка знаете, что в Международном гуманитарном университете есть медицинский институт. Медицинский институт, и мы готовим специалистов в области медицины. Это и фармацевтов, и стоматологов, и главное, что мы готовим врачей, лечебный факультет. И все, что связано с этим, у нас как раз пригодилось. Вот видите, мы сегодня сделали все для того, чтобы этот центр заработал. Для того, чтобы он заработал, первое, что необходимо, это квалифицированные врачи, квалифицированные доктора, которые у нас сегодня, к счастью, есть. Нашему университету, Международному гуманитарному университету, 17 лет. Из них более 10 лет мы готовим медиков. Я считаю, что вот то, что мы сделали за последнее время, оно нам позволяет сказать, что мы готовим хороших специалистов. И делаем это, как всегда, квалифицированно. И практика показала, особенно в это тяжелое время, с которым мы столкнулись, центр по борьбе с коронавирусом. И сегодня нужно было оказывать реальную помощь не только студентов Международного гуманитарного университета и Национального университета юридическая академия, мы оказываем реальную помощь жителям нашего города и области. Мы закупили тесты, закупили 10 тысяч тестов не только для студентов, я уже сказал, но и в целом для жителей города. И сегодня я рад, что каждый день 50-60 человек проходит тестирование у нас в нашем центре. Знаете, ну, я не знаю, во всяком случае, мои знакомые, друзья ко мне обращаются, к моим коллегам обращаются, к нашей команде обращаются. У нас на несколько дней вперед записано, чтобы пройти тестирование, экспресс-тест сделать. Это очень важно сегодня. Вот вы говорите, не дают покоя. Ну, пусть кто-то еще сделает. Я же в этом отношении очень спокойно отношусь. Я какой бы социальный проект ни запустил в нашем городе, всегда находятся те люди, которые не дают покоя. Вот как, когда мы запускали юридическую клинику, они даже над названием говорят, а она будет работать только когда закончатся выборы, в период выборов. Ну, уже 20 лет. Бесплатная юридическая консультация. Мы ее клиникой называем. Сергей Васильевич, подключается к нашему разговору и наши телезрители. Есть уже звоночек. Просим вывести его в эфир. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, Сергей Васильевич. У меня есть вопрос. Я понимаю, сейчас очень мы все напряжены с этим вирусом. Но я хочу от вас услышать вашу правду. Я имею в виду за банк, который банкрот, Порто-Франко. У меня внук работал 10 лет, плавал, мотористом работал на нефтяной платформе. И вот мне уже не давали в руки эти деньги. Он вкладывал, собирал на квартиру. Он собирал на 80 тысяч. И зачеркнули 200 тысяч гривен фонд карантинный. То время по 15 гривен за доллар. Осталось там 60-70 тысяч. Они подали заявление в надежде, что будут активы продавать этот банк, что-то им все вернут. Все сейчас молчат, никто ничего. Я понимаю, что сейчас не до этого в нашей стране. Но есть какая-нибудь надежда, что-то сдвинется или они пропали на себя? Вы запишите наш телефон,
И можно будет завтра, или по телефону мы с вами переговорим, или может даже сегодня после эфира я готов выслушать и оказать реальную помощь. Естественно, что если ваш внук или сын, которые вкладывали, собирали на квартиру, это беда, в целом беда. Какое бы ни было сложное время, я считаю, что это недопустимо, чтобы деньги, которые зарабатывали, вкладывали и верили этому банку, и он вдруг развалился. Мы готовы вам реально помочь. У нас действует и работает юридическая клиника. Можно по телефону обратиться. Я даже с вами готов поговорить по этому вопросу и все выясним, и я вам постараюсь помочь. А если я передам это все внучке, чтобы он больше играет, да? Пожалуйста. Вы оставьте свой телефон, мы свяжемся с вами. Спасибо. Спасибо. Только мы заговорили о юридической клинике, этот социальный объект всегда работает. И вот то, что мы сегодня этот центр по борьбе с коронавирусом запустили, он реально оказывает помощь. Вот я вам хочу сказать без преувеличения, покажите, куда можно прийти сегодня, получить консультацию и пройти экспресс-тест. Ну, я вам хочу сказать, доступно вот у нас. Я был, как раз сдавал тоже тест. Я там дважды был в клинике и сдавал, и все, слава богу, нормально. Люди ко мне подходили. Говорят, и к врачам обращаются, и в клинику. Ну, не все, наверное, недостаток этих тестов, поэтому, ну, врачи, они сегодня не все реагируют на граждан. Я вам хочу сказать, поделиться, что многие из них просят, чтобы никто не знал. Вот если мы выявим, что есть антитела, то вы не будете говорить об этом в средствах массовой информации? Конечно, не будем. Конечно, не будем. Это информация. У нас уже сотни людей, которые прошли, и были случаи, которые показывали, что мы выявляли и давали положительный результат, скорой помощи отправляли, оказывали реальную помощь тем людям, которые заболели. Многие врачи обращаются. Вот ко мне звонили, приходили, писали стоматологи. Вот один кабинет, второй кабинет, там небольшие стоматологические, которые сегодня не работают, они все равно, наверное, принимают, если острая боль. Хотя правительство запрещает это делать, но оказывать реальную помощь людям – это необходимо. Если зубная боль, это я как конкретный пример. Он говорит, я боюсь принимать пациентов. Можно я к вам приду и пройду экспресс-тест? Я говорю, ну, конечно, приходите. И вот они звонят по телефону, мы принимаем. Я рад, что именно врачи приходят. Помимо того, что граждане обращаются, врачи, которые живут и работают здесь и оказывают реальную медицинскую помощь нашим больным, которые заразились этим коронавирусом. И вы знаете, я просто призываю людей приходить, записываться и приходить. Мы действительно приобрели качественные экспресс-тесты, которые сегодня прошли апробацию в Германии. Тесты, которые рекомендованы для стран Евросоюза. Я подчеркиваю, каждый тест, когда мы открываем, я даже демонстрировал это на камеру, на каждом тесте есть такой знак Европейского Союза. Это знак качества, что можно его использовать в странах Европейского Союза. Мы изначально взяли самые лучшие. Мы взяли у той фирмы, которая специализируется на тестах по сахарному диабету. Они выявляют и смотрят сахар в крови, на беременность тест, на наличие наркотических веществ у человека в организме. Поэтому вот фирма, которая десятилетиями на этом рынке, которая выпускает, и сегодня она подключилась к разработке этого экспресс-теста. У них очень качественное и хорошее, и самое главное, что оно сегодня необходимо. Я уже озвучивал и говорил, не берите для наших чиновников, всем говорю, не берите, какие попало тесты. Вот у нас, я знаю, рассказывали. К сожалению, знаем случаи. Да, которые приобрели тесты, они инструкция на китайском языке, непонятно откуда. Главное, они взяли. Не сертифицированные, их нельзя использовать. Нельзя, ни в коем случае нельзя. А вот у нас все то, что есть, это, я подчеркиваю, что это не потому, что реклама.
нет необходимости рекламировать. Просто я информирую жителей города, чтобы они имели возможность прийти и протестировать. И они звонят нам в студию, жителей нашего города. Пожалуйста. Пожалуйста, звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Меня интересует такой вопрос. Когда уже будут сняты все ограничения? Когда начнут работать рынки? Ну что это вообще за абсурд? Почему тогда работают супермаркеты, где постоянно в закрытом помещении находится большое количество людей? И это даже никто вообще не контролирует. Сергей Васильевич, Украинская морская партия буквально вчера на сессии Я вам хочу сказать, выступала. Что было заседание как раз накануне сессии городского совета, и мы обсуждали этот вопрос и приняли решение, чтобы на сессии руководитель фракции Светлана Асауленко обратилась к губернатору области, обратилась в органы, центральные органы власти, это к президенту, кабинету министров, чтобы они рассмотрели вопрос о снятии тех ограничений, которые возмущают в первую очередь жителей нашего города и нашего края. Посмотрите, многие магазины подняли товарооборот сегодня в 7-8 раз, а рынки, которые сегодня более качественную продукцию реализовывают, потому что они вырастили у себя, взяли кредиты на приобретение семян, на приобретение разных удобрений, на приобретение пленки, если это тепличное хозяйство, вложили огромные деньги, им запрещают реализовывать эту продукцию. Кроме как на рынках нет возможности реализовать эту продукцию. Конечно, мы озвучили наше предложение Украинской морской партии, чтобы сняли эти ограничения. Но постепенно нужно вводить. Сначала они вводят, через 3 дня снимают. Это нестабильность. Я считаю, что это неправильно. Нужно, чтобы принимали решения сразу профессионалы. Потому что кабинет министров собирается, он принимает решение, через 2 дня принимает абсолютно другое решение. Это, знаете, и так нервозная обстановка в целом в стране, а еще, если они поступают и идут по такому пути, еще хуже нагнетают обстановку. Люди сегодня, доведены до отчаяния. Они сидят дома, никто не работает. У кого какие запасы были денежные, сбережения, которые дома есть, но они хватило на месяц, на полтора. Но уже 47-й день. 47-й день мы сегодня находимся на этом карантине. Поэтому средний бизнес и любой бизнес, он просто отомрет. Я это все прекрасно понимаю. Все, что от нас Какие зависит... Какие ваши прогнозы на ближайшее время? Все то, что касается этого, я знаю, что необходимо постепенно отменять. Прогнозы, я не синоптик, чтобы прогнозировать, но могу сказать, что нужно уже постепенно выходить. Я ведь, знаете, каждый день практически нахожусь на стройке. И слава богу, что строительные площадки сегодня, вот, например, то, что касается общеобразовательной школы, я вижу, что люди сегодня стараются, работают, и у меня на стройке только больше 100 человек. Я каждый день как бригадир там нахожусь. Мы смотрим, чтобы они все были в маске, мы смотрим, чтобы они были и создать какие-то самые элементарные условия. Мы их тоже в этот центр отправляем и тестируем, чтобы знать, кто работает у нас. Это раз. А второе, я думаю, что все-таки сейчас лето, и, как мне представляется, после 11 мая будут сняты частично ограничений. Но разумно это сделать. И мы, во всяком случае, обратились в центральные органы власти, Украинская морская партия, для того, чтобы это сделать. Люди еще иногда сами внушают себя, что это они заболели коронавирусом, а на самом деле это простудное заболевание. Люди, которые имеют склонность к аллергии, он только 2 раза чихнул, уже все бегут и говорят, а я, наверное, заболел. Паника. Поэтому все, что связано с этим, нужно, конечно, снимать ограничения и приступать к работе. Потому что если мы продлим этот карантин еще на несколько месяцев, мы потом не сможем экономически выйти из того коллапса, в котором окажемся. Все, что от меня зависит, все то, что связано с той информацией, которая у нас есть, мы передаем в центральные органы власти и через свои политические силы. И многим мы говорим, что нужно вернуть детей в школы. Мы говорим, что студенты должны вернуться в аудитории. Сейчас это постепенно нужно вводить. Именно в мае месяце, май, июнь, мне говорят, что до сентября месяца. Но это очень плохо. Мы будем все делать для того, чтобы все-таки сейчас люди вышли на работу, чтобы школьники сели за парты.
И если мы это не сделаем, это просто беда будет. Я думаю, что мониторят всех политиков, мониторят центральные органы власти, я во всяком случае офис президента, который, наверное, слышит и видит. Вот по рынкам мы же так достучались до них, приняли одно обращение, второе, третье, но услышали. Вот сейчас мы то же самое говорим, нужно снимать ограничения. Присоединяются снова к нам телезрители. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по какому адресу можно сдать тест? И я правильно понимаю, что это иммуноферментный анализ на антитела не только М, но и на G? Реклама идет, что любой одессит бесплатно может приехать по адресу Фонтанская дорога 23А, и можно на втором этаже, вы приходите, у вас температуру меряют, смотрят пульс, какой процент кислорода в крови, мы сразу, и после того, как мы все это проводим, эту процедуру, они приходят к врачам, и врачи уже принимают и проводят тестирование. Но предварительно нужно записаться в колл-центр, у нас есть номера телефона, вы запишите, и вас, я сказал, что уже записано на 2-3 дня вперед, я думаю, что тот, кому необходимо срочно, если вот какой-то человек настаивает, говорит, я сегодня именно хочу посмотреть, чтобы меня проверили, пожалуйста, никаких проблем нет. Я еще раз подчеркиваю, что мы проводим это тестирование бесплатно. И любой гражданин имеет такую возможность. Поэтому вот это реальный вклад Международного гуманитарного университета, Национального университета, юридической академии борьбу с коронавирусом. Мы закупили вот такие экспресс-тесты, которые пользуются сегодня спросом и популярностью. Телеканал «Репортер» проверил это на себе и тоже посетил университетскую клинику и полным составом прошел тестирование. И теперь, слава богу, получив результат отрицательный, продолжает работу и вещание в телеэфире. Я, Наташа, вам хочу сказать, что у нас студентов, почти 200 человек живут сегодня в общежитии, которые некуда было поехать. Некоторые из регионов Донецка, Луганска, которые находятся именно здесь, в Одессе. Им невозможно уехать по разным причинам. Есть те иностранцы, которые не могли уехать. Есть дети-сироты, которым некуда уехать. У них родной дом, наш университет. Они все сегодня практически все тоже прошли экспресс-тесты. Они сегодня уверены. Я хочу сказать, что человек, который прошел тест, вот я по себе, я уже дважды был там. Первый раз мы когда запускали вот тестирование, я пришел в клинику в нашу. А второй раз, когда был в командировке, 2 дня находился в Киеве, после этого на следующий день тоже пришел и сдал тест. Вообще, я думаю, что каждый человек, если имеет такую возможность, нужно раз в 5-6 дней проходить. Потому что по тем протоколам, которые существуют, врачи раз в 5 дней обязаны пройти тестирование. И я рад, что сегодня врачи проходят именно у нас, проходят в клинике. Я вам хочу сказать, что мы создали университетскую клинику, она называется Университетская клиника Международного гуманитарного университета, медицинская клиника. И мы взяли туда лучших специалистов. Это не только там доктора наук, профессора, доценты, кандидаты медицинских наук, но это еще и специалисты в области той или иной болезни, потому что помимо борьбы с коронавирусом мы оказываем реальную помощь тем, кто нуждается в этом. Вот мы сегодня развиваем телемедицину. То есть вот люди, которые сегодня нас это подтолкнуло, и все новшества идут через университетские клиники. Мы получили лицензию на подготовку специалистов, повышение квалификации. Мы получили на Международный гуманитарный университет такую лицензию. Практикующие врачи, они проходят у нас повышение квалификации. Наши кафедры, которые существуют в медицинском институте, они готовят таких специалистов. Они приезжают к нам, это не только с города, но и с области, и с некоторых других областей. Мы им показываем и рассказываем, как работать на аппарате искусственной вентиляции легких. Потому что не хирург, допустим, или там какой-то другой врач, семейный врач, он не знает, что это такое. Ну, естественно, откуда он знает? Раньше эти аппараты были практически, десятка. У нас было 43 таких аппарата. Это единичные случаи, когда необходимы. Да, и это единицы, которые работали, они не востребованы были. А сегодня тысячи нужны. Вот таких мы взяли на себя.
потому что никто, кроме нас, не имеет такой лицензии. И мы собрали лучших врачей. Я подчеркиваю, это важно. Мы показывали все, что мы имеем сегодня, и кадровый состав. И после того, как Министерство здравоохранения рассмотрело все наши обращения, они выдали нам такую лицензию. Я горжусь, что мы сегодня готовим таких хороших специалистов. Вы сказали о закупке аппаратов ИВЛ, о закупке тестов. Сегодня совершенно разные цифры мы слышим, потому что тратятся совершенно сумасшедшие деньги из бюджета города, области, страны на закупку тех или иных аппаратов, медикаментов. Давайте расставим точки над «и». Вот конкретно вы закупали, по каким ценам? Вот мы закупали, это 47 дней назад мы обратились. И когда встала острая необходимость приобретения и экспресс-тестов, и аппаратов искусственной вентиляции легких, мы обратились сразу в лучшую клинику, лучшие фирмы. Секрета никакого нет. Мы тесты купили. Один тест стоит 316 гривен. Это я для всех говорю. Но я слышал, не знаю точно, что значительно дороже покупают. Мы купили аппараты искусственной вентиляции легких. 600 тысяч стоит один аппарат. Я знаю, что сегодня в 3 раза дороже покупают. Но, знаете, Бог им судья. Тем чиновникам, которые закладывают свой интерес в закупку медицинского оборудования. Это просто беда. Я специально называю эти цифры. У нас все документы есть. Это входит сюда и растаможка, и оплата, и доставка транспортом именно в Одессу. Я подчеркиваю, один тест стоит 316 гривен, аппарат 600 тысяч. Но ведь палата интенсивной терапии, отделение интенсивной терапии, оно состоит не только из аппарата ИВЛ, это масса другого медицинского оборудования. То есть можно ли сегодня утверждать, что клиника МГУ уже полностью готова к приему тяжелых коронавирусных пациентов? У нас университетская клиника, она готова полностью. Мы, знаете, за 40 дней, за 43 дня, если точно, сделали то, что некоторые делают годами. Вот мы пришли, у нас большие аудитории были, вы, кстати, показывали, уже и канал «Репортер» рассказывал, как мы пришли к этому созданию палаты интенсивной терапии. Мы взяли аудиторию, огромная аудитория, там на 170 человек аудитория была. Мы ее перегородили, начертили, где должна быть палата, где должен быть душ, где должен врачи находиться, где изолятор, грязная зона, так они ее называют, где отдельный вход. И вот все сделали, взяли несколько аудиторий, полностью переоборудовали и сделали сегодня мы палаты интенсивной терапии. Они, дай бог, чтобы они нам не понадобились. Но мы, имея лицензию на повышение квалификации врачей, мы показываем, что необходимо, как оборудовать вот такие палаты. То есть там и аппарат искусственной вентиляции легких, там и специальные кровати, там и подача кислорода, где должен находиться кислород, и как это все... То есть там целая система, связанная с лечением больного. Если будет такая необходимость, что больных нужно будет лечить, пожалуйста, мы готовы. Сейчас больше вернемся того... к этой теме. Восстановили телефонный звоночек, пожалуйста. Ну хорошо, пожалуйста. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Хочется вас поблагодарить. Мне очень рада, что в Одессе есть такой человек, как вы, потому что мы уже прилетели месяц назад отдыха и все-таки переживали за свое состояние. Обратились в 2 городские клинические больницы, но нам отказали в прохождении теста. Обратились к вам и сразу нас приняли. Слава Богу, тест негативный, поэтому хотели бы сказать вам большое спасибо. Вначале это делали для своих студентов, потому что у нас огромное количество студентов в юридической академии, да и в международном университете, особенно в юридической академии, те, кто приехал к нам из Западной Украины. Это Ивано-Франковск, Черновцы, где сегодня наибольшее количество людей, заразившихся коронавирусом. И вот эти 200 человек, которые остались, мы их пропускаем через этот центр. И мы наиболее уязвимы. Я посмотрел статистику, у нас 1300 человек сегодня учатся, это жители города Киева. 700 человек с Ивано-Франковска, 540 человек с Черновцов. Вы понимаете? Поэтому мы для того, чтобы
не распространилось это заболевание на весь город, на нашу область, мы вынуждены были пойти по такому пути. Ну и закупили эти тесты для того, чтобы жители города просто имели возможность пройти. Это очень важно психологически. Я по себе знаю, я вам хочу сказать. Вот я прошел тест. А перед тем, конечно, думаешь, а вдруг? Я там общался, там выходил туда, был на стройке. Иду, прошел тест, показал отрицательный результат. Я думаю, ой, слава Богу. И так любой гражданин. Я просто для себя нужно пройти. Для себя нужно пройти, чтобы быть уверенным. Поэтому нужно, не стесняясь, приходить, и вы будете уверенно себя чувствовать. Я еще раз обращаюсь к нашим медицинским работникам. Мы их обслуживаем вне очереди. Мы это делаем оперативно. Одни консультируют, другие проводят тестирование, третьи – повышение квалификации, учим этих врачей. Некоторые кафедры находятся в Одрексе. Это одна из самых лучших клиник сегодня. Хоть она и частная, но там оборудование самое современное, самое лучшее, что есть. Но мы это делаем, я подчеркиваю, уже 10-й раз бесплатно. Я почему говорю? Потому что некоторые звонят и спрашивают, а это сколько будет стоить? Да нисколько не стоит. Звонят и спрашивают, Сергей Васильевич. Звонят и спрашивают на протяжении всего эфира. Есть вот новый звонок. Да, у нас, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, я живу не в Одессе, я живу в Херсонской области. Сейчас я смотрю сюжеты по интернету о том, как живут и учатся студенты юрокадемии, которую вы возглавляете, Сергей Васильевич. И видно, что не все студенты нашей страны имеют такие условия. А вот не так давно я увидела сюжет о том, что в Одессе был создан центр по борьбе с пандемией, где можно пройти бесплатный тест на коронавирус. И опять же, по вашей инициативе, вот я хотела бы, чтобы вы сказали, а что нужно сделать у нас в Херсонской области, чтобы и у нас был такой же центр, и мы имели такую же возможность пройти вот бесплатный тест. Потому что это очень важно сейчас. Угроза заражения коронавирусом очень большая сейчас. Ну, нужно, наверное, обратиться к губернатору, нужно обратиться к председателю облсовета, к мэру города, наверное, чтобы они, наверное, сказать. Пусть, если необходимо, специалистов обучить, что необходимо сделать, мы готовы это сделать. А если вы захотите пройти экспресс-тест, приезжайте бесплатно, за дорогу мы будем, не будем оплачивать только. Можно, можно, с паспортом приезжайте, пожалуйста. Ну что, мы вам разве можем отказать? Тем более Херсон – это не так уж и далеко до Одессы, пожалуйста. Наш с вами разговор в отношении вот, психологических, что человек должен быть уверен в завтрашнем дне, он уверен, что он здоров. Я вот еще раз обращаюсь. Вы без всяких таких моментов, без каких-то договоренностей звоните, приходите и записывайтесь. Мы просто сегодня смотрим, что необходимо сделать. Я почувствовал, и наша команда почувствовала, что это надо делать. Вы понимаете? Ну, и иногда я слышу некоторых просто жаба, извините меня тысячу раз, давит, что мы создали. Создайте и вы. Ну, никто не запрещает. Вот у нас за эту работу отвечает настоящий профессионал-врач, доктор медицинских наук, профессор Полясный. Есть такое, его в городе многие знают. Он ходит в областной штаб. И все, что сегодня рассматривается в областном штабе по борьбе с коронавирусом, то мы знаем и выполняем, и поддерживаем всячески ну, нашего губернатора, потому что ну, он координирует эту работу. То, что необходимы какие-то протоколы, какие условия должны быть, мы это создаем. Больше того, когда этот процесс мы начинали, мы готовы были все отдать, все, что у нас есть. Ведь на кону стоит жизнь и здоровье человека. Зачем это здание, сооружение, зачем эти все то, что мы сегодня имеем, если мы будем ну, подвержены этому заболеванию? Я больше того вам хочу сказать, что полевой госпиталь можно создать. Я даже рассматривал вопрос, вот наш стадион, который самый большой стадион в нашем городе, где есть и душевые кабины, где есть и все удобства, и туалеты, и электричество. Если, не дай бог, массово начнет люди болеть, то мы готовы развернуть там и принять до 5000 человек. Но если это необходимо. Ведь, вы знаете, время очень сложное.
И неизвестно, как оно повернется. Мы должны мобилизовать все свои силы и все свои возможности, чтобы реально оказать помощь тем, кто живет. Ведь, вы знаете, ну вот меня государство учило. Бесплатно я заканчивал школу, вуз заканчивал, аспирантуру. А сегодня настало время, чтобы я свои знания и умения отдал. Так я отдаю их. Вот я сегодня все то, что необходимо реализовать, особенно в это тяжелое время, мы реализуем. Один бы я ничего не сделал. Есть целая команда. Ведь должны быть такие люди, которые знают, что такое управление. Одно дело иметь, но не знать, как им распорядиться. Вот мы сегодня все делаем для того, чтобы реально оказывать помощь. Сергей Васильевич, примем еще один телефонный звонок и будем переходить к следующему блоку вопросов. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Сергей Васильевич, у меня ребенок, дочь, которая в этом году пойдет в школу, первоклассница. Поэтому у меня к вам такой вопрос по поводу международной школы Одесса. Как попасть в вашу школу, потому что очень хотим. Какие критерии приема, потому что я прекрасно понимаю, что может быть больше желающих, чем школа планирует принять. И, то есть, по каким критериям, как можно к вам попасть, как записаться, где записаться. И второй вопрос. Я прекрасно владею украинским, но все-таки я русскоязычная, поэтому я хотела бы попасть в класс, который, ну, русскоязычный. Как это тоже можно оформить, сделать? Спасибо огромное. Спасибо. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что действительно, несмотря на сложности, которые есть, вот мне говорили, все, школу нужно заморозить, как начиналась эта проблема с коронавирусом, надо заморозить этот процесс и не строить. Ну, слава Богу, что правительство хоть не запрещает вести строительные работы. Хотя вначале стоял остро этот вопрос. И вы знаете, мы не можем сегодня остановить. Мы ее должны закончить, строительство. Это не только школа, это комплекс целый. И школа огромная, планируем мы одну смену. 1100 человек. Я имею в виду, классов у нас мы можем, если это необходимо, где-то на 1500. Но есть классы, которые специализированные. Мы не можем их отдать под непосредственный учебный процесс, под там, историю, под математику. Есть классы, допустим, труда. Есть классы компьютерные. У нас есть там шахматная школа, классы для творчества. Мы сегодня уже производим покраску всех классов в чистовую. Знаете, я сегодня не хочу рассказывать, какие детали. Строители — это, конечно, уникальные люди. Но вот я на стройке бываю, заплатишь огромные деньги, а они делают, как будто они это делают бесплатно. И то бесплатно. Заставлял по два раза, по три раза переделывать. И идеальную поверхность, идеальные классы. Все то, что связано с оборудованием, которое мы закупили, огромные средства вложили в строительство школы и в оборудование. Иногда у меня спрашивают, вам помогает кто-то? Ну вот, если говорить в отношении средств, то меня все спрашивают, сколько помог город, область, какие льготы вам дали. Я со всей ответственностью вам хочу сказать, ни город, ни область, никаких льгот нашей международной академической школы не давали. Я иногда слышу, говорят, а вот мы, надо сделать ее бесплатную, эту школу, потому что мы дали такую льготу. Никаких льгот мы не получали. Надеемся, что получим, но пока ничего не получали. Ну уже, наверное, ну что, чем могут помочь? Есть закон. Есть постановление правительства, что часть финансирования будет идти за счет субвенции из бюджета государства. То есть через это область. Усмотрение города, да? Да. Нет, нет. Предусмотрено законом. Они выплачивать будут на одного преподавателя школы там 4000 гривен, но за 4000 гривен никто из хороших преподавателей не найдешь, я вам хочу сказать. На то питание, есть будет система доплаты? На питание доплаты, ну, естественно. На питание 22 гривны, надо 200 гривен на питание, чтобы школьник хорошо питался. Мы уже приступили к отделке нашей школьной столовой или кафе школьное, и мы практически уже на финишной прямой. Организация. Самое важное, чтобы мы организовали учебный процесс. Вот сегодня идет запись преподавателей. Сегодня я уже беседовал, десятки человек перебрал, которые имеют опыт
организационной работы в школе. И разговаривал и с одними, и с другими, и с директорами школы, и с заучами. Хочу подыскать того директора школы. Ну, первое время сам буду управлять. Но найти нужно такого директора, который будет любить детей, самое главное, и должен любить свою профессию. Потому что мы вложили душу в эту школу. Мы сделали все самое лучшее. Мы уже неоднократно показывали, рассказывали нашим жителям города, что, знаете, самая большая гелиосистема – это в Украине наша. Потому что мы 105 солнечных коллекторов установили. 105! Нигде больше нету. То есть практически вот вложили большие денежные средства. И теперь она будет работать именно на школу. То есть мы это сделали, оно сегодня эффективно работает. Знаете, мы материалы специальные. На каждую краску мы берем сертификат, чтобы это можно было использовать его. Не дешевые там краски какие-то на рынке где-то, а с сертификатом, который имеют фирмы. У нас тендер 10 фирм на один вид краски. То есть мы парты заказали, мебель заказали. Все заказано самое лучшее. И поэтому ищу директора, вот обращаюсь ко всем жителям нашего города. Предложите себя. Может, кто-то захочет пойти и быть директором этой школы. Мы объявили конкурс, но вот с каждым общаемся. Иногда думаешь, проработал 10-15 лет директором, а он атрофировался уже как директор. Поэтому мы ищем такого... И, может, и со стажем, который любит свое дело, и мы возьмем. И учителей, которые любят детей. И первоначально мы ж будем брать тех, кто живет в нашем городе. Хотя часть учителей мы привезем сюда, предоставим им и жилье, и они будут здесь работать. То есть носители языка английского, немецкого, французского с первого класса. Больше того, и русского. Я подчеркиваю, русский, вот к нам как раз звонили, украинский. Английский, французский, немецкий. Будут физику, математику учить на любом языке, на котором пожелают родители первоклассника. Поэтому вот этот процесс самый важный. Мы сегодня записываем. У нас есть вот сайт, у нас есть сегодня телефоны. Можно звонить и записываться. Я знаю, что до 15 или до 18 июня нужно записаться. Это государственная программа, и родители должны определиться со школой. Звонят приходите. Нам снова телезрители, возможно, даже по вопросу Международной академической школы Одесса. Здравствуйте. Вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Будьте любезны, вот меня интересуют вот такие понятия. Когда, вот в каком году вы планируете открытие вашей школы? Будет ли в школе школьный автобус, который будет детей подвозить с разных районов города? И вы будете набирать учащихся только с первых классов? Или вот человек, ну, может прийти ребенок в пятый класс к вам? Вот я услышала, как раз включила, когда вы говорили про шахматы, нас как раз заинтересовало. Мы уже имеем разряд по шахматам. О, это хорошо. Да, и вот и плаванием у вас бассейн. Просто добираться самим, конечно, сложновато. Вот если был бы школьный автобус, это было бы совсем неплохо. Ну вот то, что касается школьного автобуса, я не знаю. Это я впервые услышал об этом. Если бы это сельская местность, да, а школьный автобус... Ну, не знаю. Мы, если разживемся, если получится, то приобретем школьный автобус. А вот то, что касается формы, все с первого класса, хотя это чисто рекомендательный характер, но у нас будет устав, и в уставе будет записано, что все, начиная с первого по одиннадцатый класс, будут обязаны ходить в форме. Хотите – подчиняйтесь, не хотите – идите в другую школу. А форма, она дисциплинирует. Я это вводил 20 лет назад в юридическом колледже, в колледже Международного гуманитарного университета. После 9 класса они все ходят у нас в форме. И 3 года учатся, вот, допустим, вместе в колледже, и они гордятся этой формой. У них красивая форма. Мы объявим конкурс. Родители, школьники сами будут выбирать, какая форма удобнее и лучше. Но, во всяком случае, у нас есть такое видение, что все должны ходить в форме. Я считаю, что форма – это очень важно. И я иногда слышу демократично, не демократично. Хотите
полностью демократично. Хотите, чтобы ваши дети ходили в рваных джинсах, это тоже не запрещено. Идите в другую школу, а здесь будут все ходить в форме, и здесь будет дисциплина. Больше того, я вам хочу сказать, что если ребенок занимается еще и плаванием, то я вам хочу сообщить, что у нас сегодня заполнили детский бассейн. То есть у нас два бассейна. Один бассейн для школьников, начиная с 3 класса по 11, а для 1-2 класса и для подготовительной группы будет отдельный бассейн. Там же мы вмонтировали его, там нужно соблюдать все соответствующие нормы. И, хорошо, качественно сделано все, я горжусь. Тот бассейн большой мы уже давно, его 2 месяца назад сдали, то у нас задержка была с малым бассейном. Потому что первоклассники, они должны тоже, наверное, иметь возможность плавать в бассейне. Это раз. А второе, я считаю, что это самое важное. Мы будем использовать наш бассейн для других школьников. Вот близлежащие школы, они могут использовать этот бассейн, потому что это важно для ребенка. Ведь если он занимается плаванием, это здорово, это очень важно. Он будет здоровый. Ведь вот мы смотрели в Великобритании, у них обязательная программа физкультура, но конкретно плавание. Если частная школа или государственная, если там нет, не во всех школах есть бассейны, то ты обязан заключить договор, и чтобы твой ребенок обязательно посещал бассейн. Это обязательное условие. Мы же делаем этот бассейн не только для тех, кто будет учиться в нашей школе. Он будет использоваться все, не 24 часа, а может 15-16 часов. А вода, Бог нам дал такую возможность и направил нас. Мы сделали скважину на 147 метров, вода идеальная. Без фильтра можно пропускать и запускать в бассейн. Естественно, что мы систему фильтрации сделали идеальную. Но озеро хватит на 100 лет, чтобы использовать эту воду. Вот место получилось идеальное. Вы знаете, мы эту воду вывели, и сегодня люди приезжают, и как использовали бювет для того, чтобы люди набирали соответствующие емкости и готовили пищу. Я уже несколько раз говорил, лучшей воды просто не существует. Качество воды очень хорошее. Так эти дети будут в этой воде плавать. Мы установили уже систему очистки, все установили. А сегодня вот ведем такие работы, отделочные работы, самые такие тонкие. Поставили двери, сейчас хотим полностью отсечь все классы и по очереди будем сдавать каждый класс. И я сам принимаю каждый класс. Классы идеальные. Я вам хочу сказать, высота потолков 4 метра. Оно специально на 1,5 метра подняли высоту потолков, потому что ребенок должен зайти, и там не как сельдь в бочке, а чтобы им было 20 человек максимум, что должно быть в классе, и высота потолков, и просторно должно быть, сделали по всем самым лучшим стандартам, которые есть. Но я вам хочу сказать, что мы вложили деньги, эксплуатировать будет легко. Я имею в виду не так накладно, потому что неизвестно, что будет. Еще, меня иногда спрашивают, а вот строите вы, а как и что? Я со всей ответственностью могу сказать, что мы все строительство нашей школы ведем через перечисление. Десятки фирм, нет, сотни фирм к нам обращаются, заключаем договора напрямую и оплачиваем по счетам. Наличных денег у нас просто нет. И где их взять, такое количество денег наличными? А во-первых, если мы перечислением, то все, кто с нами работает, они платят налоги. Я вот иногда поступает ко мне с областной налоговой Одесской области, с других, с Киева присылает. Дайте договор, сообщите, сколько вы заплатили той или иной фирме. Мы все реагируем моментально, у нас все открыто. Поэтому к нам со стороны правоохранительных органов, налоговой, никаких вопросов не возникает. Я считаю, что это тоже реальный вклад в бюджет. Если ты хочешь заработать, отдай эти деньги, особенно сейчас, государству, заплати налоги. Вот это нас отличает от других. Все денежные средства идут через перечисление. Наибольшее количество денег перечисляем сегодня в Одессе. Это строительство нашей школы. Столько лет работали, кредиты взяли. Но хочу достроить ее. Я не могу остановиться, пока не достроим наш этот объект. Это социальный объект. Иногда спрашивают, частная школа? Какая частная? Это школа. Она никогда себя не окупит.
20-30 лет надо, чтобы платили ученики за обучение, чтобы она вышла на ноль. Пока 20 лет пройдет, надо будет капитально ремонтировать. То есть это чисто социальный объект, это для жителей нашего города. Важно подчеркнуть еще раз, из города, области, страны были ли вложены какие-либо средства на первом, втором, завершающем этапе строительства школы? Еще раз хочу подчеркнуть, не с бюджета страны, ни с бюджета области, ни с бюджета города, у районов, у нас в районе нет бюджета, мы не получили ни одной копейки. Я подчеркиваю, ни одной копейки. Поэтому это строится за счет денег, которые заработаны. Сейчас, естественно, что возникает вопрос, а будут ли бесплатные места в школе? Потому что не все смогут, естественно, оплатить за обучение. Установим оплату, мы еще не знаем, какая оплата будет. А все, кто не будет иметь такой возможности, будут бесплатно. Я планирую, чтобы за коммунальные услуги платил город. Если город не сможет оплачивать, если не согласится город, чтобы оплачивать за коммунальные услуги нашей школы, мы будем обращаться в областной совет. Я думаю, что и областной совет не откажет, пусть возьмут под крыло областной совет. И тогда дети будут иметь возможность абсолютно бесплатно учиться в нашей школе. Спрашивают у меня, а сколько будет, 50% или 20%? Постройте и делайте вообще бесплатно. Мы выдохлись. Все, что можно было заработать, могли бы на эти деньги вывести за рубеж эти деньги и ничего не делать и спокойно себя чувствовать. Но все, что заработали, оно здесь, в Украине. Все, что зарабатывается, вкладывается, вкладывается и вкладывается. В школу же никто не увезет эту школу. Международный гуманитарный университет не увезет, это не государственное высшее учебное заведение. Мы начинали университет, который сегодня зарабатывает денежные средства, почти 400 человек сегодня рабочих, и зарабатывает университет, слава богу, денежные средства, которые вкладывает и в развитие и школы, и самого университета. Мы умеем управлять, создаем рабочие места. Вот школу мы сдадим, ну, минимум 100 человек будет работать. Вот реально сдали школу, все, люди будут получать. Но не из бюджета будут получать. Это социальный объект, мы построили. Иногда думаешь, люди все-таки некоторые, политики, а ну давай посмотрим. Вот он построил школу, а мы давали, никакой льготы мы не получали. Я подчеркиваю, никакой льготы ни от кого не получили. Может, слава богу, что мы не получили. Сейчас бы не сколько той льготы было, сколько бы было разговора. Сергей Васильевич, необходимо завершать, не можем вас не спросить. Ниже, по улице Академической, строится, реконструируется еще один объект. Это студенческое общежитие юридической академии. Прокомментируйте, пожалуйста, несколько слов, какие работы сейчас там проводятся, что именно проводится за реконструкция. Вы знаете, сейчас как раз то время, когда можно ремонтировать общежитие. Вот у нас была принята программа «Зеленый университет». Мы в каждом общежитии установили солнечные коллектора. На каждом общежитии. И сегодня круглогодично у нас горячая вода. Используем солнечную энергию. Мы первые в Украине, кто внедрил именно это. Вот после общежития, когда мы установили солнечные коллектора, я увидел, что оно реально как работает, мы в нашей школе будущего установили то же самое. Установили солнечные коллектора. Если в общежитии, где проживает 500-600 человек, мы ставим 12-14 коллекторов, то на школе, для того, чтобы вода была всегда теплая, мы установили 105. Разница, видите? И раз мы утвердили программу «Зеленый университет», мы, естественно, утепляем, меняем все окна сейчас и утепляем само общежитие. И выпускники школ, которые приезжают к нам, им должны быть созданы соответствующие условия, чтобы он после занятия имел возможность отдохнуть, чтобы была и горячая вода, и чтобы было тепло. Это очень важно, чтобы сегодня мы имели возможность использовать эти общежития, в том числе и в летний период. Неизвестно, как повернется. Поэтому для нас общежитие – это самое важное. Одно дело школа, а общежитие, которое у нас есть, я считаю, что не считаю, но так говорят, что лучшее общежитие в стране – это наше общежитие. Что ж, глядя на то, как реконструируются одни объекты, вводятся в эксплуатацию другие, видно, что даже в условиях пандемии жизнь продолжается. Сергей Васильевич, мы благодарим вас сегодня, что вы посетили нашу студию. Благодарим за содержательную беседу. Напомним, что сегодня мы общались с почетным гражданином города Одессы и Одесской области Сергеем Васильевичем Киваловым. Благодарим вас. Спасибо.
Оставайтесь с репортером.